Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков сегодня я покажу вам ЖД вокзал, но начну я свой видеообзор от драмтеатра. Спущусь по улице Артема, сверну на улицу Вокзальная, и в итоге мы достигнем с вами цели. Как видите, друзья, дорога вокруг драмтеатра уже сделана. Тротуары в процессе восстановления. Сейчас я иду по улице Артема. Восстанавливают в основном многоэтажки, многоквартирные дома и всю инфраструктуру города. Частный сектор пока что не трогают. Не хватает строителей. Хотя в городе более 30 тысяч строителей сейчас на данный момент. Дорогу сделали шикарную. Друзья, там, где поменяли окна, на этом работы не закончены. Еще будут делать фасад. Итак, друзья, мы уже на полпути к ЖД вокзалу. В эту сторону городской сад, и он уже в процессе восстановления, но о нем мы поговорим в другом видео. А в эту сторону мы придем к ЖД вокзалу. Нам вниз, друзья. Тротуаров здесь нет, поэтому идем по дороге. Этот участок улицы всегда был в запущенном состоянии. Я удивляюсь, как внизу еще люди живут под этим склоном.
И вот такой вот открывается вид отсюда. Отсюда видно, друзья, что ЖД вокзал зачищают. Потому что еще 2 месяца назад он выглядел печальней. Да, безопаснее, наверное, будет выйти на дорогу. Потому что здесь тротуара нет. Это улица Вокзальная. Улица Слободка, 1. И чуть ниже Слободка, 2. Эти улицы до сих пор оставались в состоянии советского периода. Здравствуйте. 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 Трудитесь? Молодцы. Итак, друзья, на горизонте ЖД вокзал. На его территорию я не попаду, он охраняется. Но уже отсюда видно, что его зачистили. А это значит, что его будут восстанавливать. Итак, друзья, это был небольшой видеообзор улицы Артема и ЖД вокзала. Всем мира и добра. До скорой встречи. Пока.